Домашние животные – это счастье и радость для их хозяев. Питомцы дарят заряд позитива всем, кто живет с ними рядом. 4 октября – Всемирный день защиты животных. По этому поводу мы решили выяснить у саровчан, кого они приручили и теперь в ответе за них, и почему они выбрали в питомце то или иное животное. Домашний питомец у меня чихахуха. Мама очень хотела собаку, но не получалось. Я дочку взяла и привезла из Москвы. В деревне кошка и собака. Там она нужна. К сожалению, у меня уже нет домашних питомцев. У меня были две кошечки. Они ушли в мир иной 2 года назад. Ну, были, конечно же, такими, которые радовали, которые давали хорошее настроение. Ну, у меня есть кошка и собака. Это кот. Его зовут Филя. У меня собака Симка, такса карликовая. У нас была и кошка, и черепаха, и собака была. Но уже это тяжело переживать, когда они погибают. У меня 2 собаки, дворняжки. А почему вот именно собак решили завести? Не знаю, у меня всю жизнь кошки были. Но после того, как я один раз завела собаку, я поняла, что собаки все-таки мне ближе. А кого бы хотели завести? Ну, наверное, собаку больше, чем кошку. А предпочтения в породе есть какие-то? Да, очень хотелось бы корги конкретно. У нас есть кот британский, черный-черный, очень красивый. А вот так бы еще кого бы хотели завести? О, наверное, уже никого, его достаточно. Нет, мне нет тоже. А кого бы хотели завести? Я кошатник в душе, хотел бы кошку. А какую породу? Без разницы. Главное, с наглым взглядом.